Стой, ты встаем? Это потому, что я все забыл в отделе. Лучше и лучше, взрываем пистолет в отделе. Все по-любому вытащим. В смысле, все нормально будет. Какого хрена здесь творится? Бери, что ты? Шутка такая, я пошутил. Проконтролируй, чтобы все было как надо. Ну, я постараюсь, конечно, все сделать хорошо. Ну какого хрена? Вы вызвали именно нас, потому что мы лучшие в своем деле, мы лучшие во всем округе. О боже. Сегодня будет просто исторический момент. Подъем, петушары! Я не знаю, где ты. Готовься. И я надеюсь, что с тобой в нашем отделении наступит порядок и спокойствие. А еще... Дай боже, Измайлов! Что ты несешь? Если ты это выложишь в интернет, я тебя убью, Измайлов! Сука, ты поганая! Мы прицепили к нему маяк. До свидания. Алло! Что под контролем? А с каким нахрен контролем? Из своего отдела убежали преступники. Он подошел, антидепрессанты! Не думаешь, что ты так легко от меня отделаешься и останешься один? Что, кудрявый? Из-за этой Миши он мне на жену уже не встает. Шумать ты кучерявый. Это свисток. Знаешь почему? Потому что при малейшем дуновении ветра ты будешь свистеть очком. Ну все, прощаемся. Колобок. Измайлов, забираем его, все. Счастливо.